Итак, мы продолжаем нашу работу и начинаем мы с кисти. Итак, я рисую такой узор, делаю ему какой-то серый цвет. Это кисть, которой мы будем рисовать наши тени. Можно дать ей эффект умножения. Примерно смотрим, насколько она будет затемнять. Это у нас все-таки будет какая-то имитация рисования. Поэтому здесь, ну, как бы я буду ориентироваться на какое-то такое абстрактное все-таки представление. Допустим, вот такая тень мне уже нравится. Ставим по горизонтали. Сейчас постепенно будем подгонять объектная кисть. Окей. Сейчас посмотрим, насколько нам подходит толщина. То есть, ну, немножко великовато. Давайте удалим и немножко сделаем ее уже и снова добавим в кисти. Вот, это уже лучше. У нее можно менять эффекты, можно менять прозрачность, можно менять толщину. То есть можно как угодно ее редактировать. Я сейчас буду рисовать, скажем так, в общих чертах. То есть ничего страшного, если будет, скажем так, что-то кривое или что-то слишком ярко, мы потом будем редактировать прозрачность, ну и так далее. Сейчас просто, скажем так, я как вижу своим непрофессиональным взглядом, так я и сделаю. То есть это такой момент, что просто будем развивать свое какое-то видение. Сейчас я буду делать достаточно грубо, а потом будем уменьшать общую прозрачность. Сейчас я ставлю только тени. И по сути, что я делаю, я пытаюсь придать какую-то структуру, да, то есть какой-то объем и так далее. Такой немножко енотик у нас располучается. На самом деле, в этот момент, лично я чем руководствуюсь, это дать волю творчеству. Да, просто в некотором смысле наслаждаться процессом, это очень-очень важно. Лично для меня в данный момент. Там, где слишком много тени, да, мы добавили, ничего страшного, это потом все легко удаляется. Когда уже будет более-менее готова композиция, уже будет видно, где действительно лишнее, где лучше смягчить или вообще удалить. Это не проблема. Кисть можно сделать потолще и убрать прозрачность, тогда она будет, конечно же, мягче. Сейчас я нарисую самые такие глубокие тени, да, то есть пообвожу, а сверху буду добавлять более мягкие тени. То есть постепенно я буду вот так вот именно маневрировать и создавать какой-то объем. Сейчас я ускорю и вернусь к вам, когда уже будет что-то более-менее вырисовываться.
Итак, вот у нас какой-то более-менее вид получился. Мы сейчас нарисовали только тени, без бликов. Будут еще у нас блики. И сейчас, когда уже, скажем так, что-то есть, можно это отредактировать. То есть те, которые тени слишком, скажем так, ярко выделяются, да, и какую-то грязь создают, я их либо удалю, либо уменьшу им прозрачность. Надо еще у нас губы окрасить и брови поменять цвет. В принципе, мне нравится то, что у нас сейчас получается. Именно такого результата я примерно и ожидала. То есть вот таким вот образом сейчас более так детально я буду... Ну, то есть, в принципе, я только лицо сделаю, вот именно такую детализацию. Если вам нравится, скажем так, более такой яркий, да, яркие тени, яркий окрас, то тоже, в принципе, здорово. То есть, насколько я видела, когда делают имитацию акварели, это не должно быть именно реалистик, это просто должно быть ярко и красиво. Но особенно если это, скажем так, подходит в некотором стиле. Сейчас я смотрю, как будет лучше. Сейчас снова ускорю, окрашу губы и окрашу брови. Лицо, наверное, мне хочется все-таки сделать такое менее контрастное.
Итак, последние доработки теней. Не знаю, почему, но я хочу ей нарисовать все-таки такие темные веки. Если это будет лишним, то я потом просто удалю. И в последнем завершающем видео мы нарисуем блики, то есть какие-то такие моменты, которые будут высветлять. Делать мы это будем тем же принципом, то есть нарисуем кисть, только сделаем уже эффект не умножения, а осветления. То есть она будет осветлять. Там, где я, возможно, чуть-чуть переборщила с тенями, я поудаляю. Ну, в принципе, мне нравится, то есть законченная такая работа мне нравится. И до встречи в следующем видео.